У меня процент приживаемости был 20%. Очень плохо приживается. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы поговорим о черенковании ели голубой. Ели колючей, форма голубая. Берут такие вот ветки, вот обрезают их, я не знаю там что делают. Ну такая, естественно, не приживется. Если для черенкования ели, надо брать веточки вот, вот типа вот таких вот. Отрывать ее с пяткой. И вот смотрите. Иголочки выдергивать в эту сторону. А вот в эту. Выдергиваете иголочку. И вот вам черенок ели. Надо, чтобы... Если вы возьмете с почкой, то эти почки пойдут, и они будут мешать и развитию корневой системы. Сейчас я вам покажу. Вот эти вот. Вот такую веточку можно брать, вот такую, где меньше почек, понимаете, что она будет наращивать корневую. С почками не берите. Пойдут почки, они могут пойти без корней. Пойдут почка без корней, и потом просто она не даст развиваться корневой системе.